Здравствуйте, уважаемые друзья! Рад приветствовать вас на канале. И сегодня у нас на обзоре не совсем уже новинка, но все равно очень топовый смартфон Poco X4 GT. Честно, давно не встречал такого смартфона, который бы вызывал у меня только удовольствие от использования. Это и качественный IPS, хорошая батарея и отличная автономность, флагманские процессоры. Что удивительно для X серии, это хорошая камера. Не без минусов, конечно, но обо всем по порядку. Проведем тесты, все посмотрим, Погнали. Стоимость аппарата на Алиэкспресс где-то в районе 20-21 тысячи рублей, поэтому требования будем уже предъявлять к нему соответствующие. Приходит тут в такой черной коробке, которая характерна для всех флагманов и субфлагманов смартфонов Пока. На торцевой стороне у нас описание телефона с его характеристиками. Внутри непосредственно сам смартфон. Большая желтая коробочка, где у нас скрепка для лотка сим-карт и еще очень-очень много бумаг. Силиконовый чехол с большими бортиками на защите камеры, это нам пригодится. Блок питания на 67 Вт и, соответственно, кабель USB Type-C. Экран из закаленного стекла Gorilla глаз 5. Задняя крышка и рамки пластиковые. Защитная пленка сразу наклеена. Грани прямые и плоские, но в руку не впивается за счет небольших скосов. Задняя крышка хоть и матовая, но пальчики все равно собирает хорошо. Очень аккуратные рамки, даже снизу, где обычно большая, здесь вполне приемлемые. Вырез под камеру по центру. Модуль камер компактный, но двухуровневый. Силиконовый чехол с комплекта имеет очень высокие бортики, что хорошо и отлично защищает нашу камеру. Лоток под сим-карту для двух симок и не предусматривает наличие SD-карты в данном смартфоне. Защитная резинка на месте. Что касается разъемов. На нижней грани у нас динамик, порт зарядки Type-C, микрофон и лоток под сим-карты. Сверху и порт дополнительный микрофон, вторые динамики тут будет на стерео и выход 3.5 под проводные наушники. Левая грань пустая, справа качельки громкости и кнопка питания со встроенным в нее сканером отпечатка пальцев, который срабатывает моментально и не вызывает никаких нареканий. Стандарт защиты IP53. По X4 GT имеет очень качественный IPS дисплей с приличной, но опять же для IPS экранов яркостью. Диагональ 6,6 дюйма, Full HD+, Разрешение 1080 на 2460 отличная плотность пикселей в 407 ppi, также есть поддержка HDR10 и Dolby Vision. Частота обновления экрана аж целых 144 Гц, и это реально круто, особенно для игроманов. Но производитель предусмотрел несколько режимов частоты обновления, чтобы вы могли выбрать под себя. Это 90 и 60. И также динамическую частоту обновления, которая, как оказалось, в основном держит 120 Гц. Яркость дисплея около 130 кандел на метр квадратный, что для IPS матрицы просто топовый показатель. Шима, понятное дело, нет, потому что это IPS. Белый цвет в порядке, под углами никак не изменяется. Ну и цветной, соответственно, то же самое. Несмотря на невысокую пиковую яркость на IPS матрице экран все равно себя хорошо ведет на солнце и вполне даже читаем в солнечную погоду. Датчик приближения в стиле Xiaomi. В вертикальном положении или при совершении движения, когда вы подносите телефон к уху, все хорошо. Но если наклоните чуть более горизонтально, то уже будет шанс, что он не сработает. В лежачем положении так и вообще работать не будет. Ну, правда сказать, что я за неделю всего разок нажал что-то ухом, так что как бы никакого дискомфорта это мне во всяком случае не доставляло. Из коробки работает на 12-м андроиде и MIUI 13 вся система работает плавно и без тормозов, еще бы не хватало, чтобы было как-то по-другому с таким-то процессором. NFC у нас есть, Wi-Fi 6 есть, 5G есть, Bluetooth стоит в самой топовой последней версии 5.3. Давайте перейдем к процессору, посмотрим тротлинг, как в себя ведет и что там с нагревом. Стоит флагманский Mediatek Dimensity 8100 на 5 нанометровом техпроцессе, что, конечно, будет положительно сказываться на нашей автономности. 4 ядра Cortex A78 с частотой 2,85 ГГц и 4 ядра Cortex A55 с частотой 2 ГГц. За графику отвечает мощный Mali G610. В Antutu мы набираем космический для стоимости смартфона 824 тысячи баллов, что позволяет забыть нам про любые тормоза. Тротлинг тест показывает, извините за тавтологию, тротлинг 20%, но средняя производительность в 340 гипс это вполне достойный результат. Давайте перейдем к игровым тестам, хотя, наверное, глупо при таком-то движке, но все равно быстренько пробежимся. Первым, как всегда, у нас будут с вами танки. Выставляем максимальные настройки графики, частоту обновления 120 FPS и наслаждаемся отличным качеством и геймплеем без тормозов. Кайф! Дальше возьмем потяжелее PUBG. Настройки опять же на ультрах, что графики, что частоты обновления. Процесс игры опять же идет без тормозов, без лагов, никакого падения FPS также не отмечалось. Реально испытываешь удовольствие от того, что происходит. Ну и по традиции, самая требовательная к ресурсам смартфона игра Genshin Impact. Почему я ее постоянно использую в своих обзорах? Ну потому что она лучше любого бенчмарка, даст нам понять, как на самом деле работают процессоры, графический движок, и как это все оптимизированы в системе. Так как процессор у нас флагманский, то сразу выставляем все настройки на максимум, включая частоту кадров. Как вы видите, даже при большом количестве персонажей в кадре, при анимации заклинаний, при большом количестве движущихся объектов, все равно играется без тормозов и без всяких проблем. Но не все так хорошо, каплю дегти сейчас добавим. Замеряем яркость, температуру и заряд перед началом игры. Яркость у нас 88 кандел на метр. А, к примеру, у POC M5, тоже на IPS матрицы, яркость точно в такой же момент была всего 50. То есть дисплей тут стоит уровнем гораздо выше. Температура 34,9 градуса и заряд 75%. После 20 минут замеряем яркость и видим, что она упала у нас до 61 кандела на метр квадратный. А была 88. Правда, произошло это незаметно для моих глаз и на игровом процессе это также не сказалось. Но все равно факт зафиксировали. Температура поднялась до 42,5 градусов, ну и после часа игры яркость все те же 61 кандел на метр квадрат, а температура 42,7. Подытожу, на самых максимальных настройках это тяжелая игра, идет все равно без тормозов и без лагов. Яркость после 20 минут игры сбрасывается примерно на 25% и потом держит данное значение в течение часа так точно. Температура опять же для максимальных настроек вполне нормальная. За час игры расход заряда составил 15%, что тоже хороший результат. Обычно тут бывает около 20%. Ну и давайте пройдемся по особым фишкам, которые есть здесь в системе MIUI. Я думаю, их многие знают уже все, наверное, но все равно пробежимся. Есть все настройки, за которые мы любим MIUI. И настройка цвета под себя, клонирование приложений, различные режимы работы батареи, расширенные настройки звука, тот же Dolby Atmos, инструменты для видео, которые помогают слушать YouTube в фоне с выключенным экраном, собственное приложение темы с возможностью полной кастомизации своего смартфона от иконок рабочего стола до центра управления и основного меню. Приложение Game Turbo, которое максимально оптимизирует игры для лучшей производительности. Запись камеры с выключенным экраном для экономии, ну и многое-многое другое. Что касается заряда. Батарея стоит на 5080 мАч, быстрая зарядка на 67 Вт. За 10 минут заряжается на 28%, за 30 минут на 69% и полная зарядка у нас идет с вами за 54 минуты. Если честно, для быстрой зарядки в 67 Вт я ожидал более быстрой заряда, чем 50 4 минуты. Поэтому подключаем ваттметр и смотрим. Специально разрядил телефон почти в ноль, потому что максимальный заряд выдают нам как раз, когда очень мало зарядки. Сидел я долго ждал, и все равно максимально сколько выдало, это 44 ватта. Поэтому, честно скажу, 67 я так и не дождался и не увидел. 44. Что касается расхода, зарядил до 100% и поставил на просмотр YouTube в 1080 на яркости где-то в 60-70%. После 4 часов просмотра заряд 82%, и простыми расчетами получаем около 20 часов YouTube на одном заряде, что вполне достойно результат и даже больше. Звук в смартфоне 2 динамика, значит, будет стереозвук. Долби Atmos присутствует, настройка эквалайзера есть, все на месте. Давайте послушаем. Ну что ж, звук вполне достойный, чувствуется объем. Кстати, звук в основном идет из нижнего динамика, вот еще небольшой опыт. Подытожим. Вполне достойное звучание, чувствуется объем, максимально выданный децибел, и вы можете видеть на экране. Звук на самом деле хороший. Оперативной памяти у нас 8 гигабайт, Тип памяти флагманский LPD DR5. Внутренняя память может быть или 128 или 256. Тип памяти также топовый UFS 3.1. Даже и добавить нечего, лучше некуда. Друзья, прежде чем перейти к обзору и тестам камеры и выводам, хочу пригласить вас на свои ресурсы. Телеграм-канал, где я каждый день выкладываю очень хорошие предложения со скидками, акциями, купонами и промокодами. Например, этот POC X4GT можно было совсем недавно приобрести всего за 20 с небольшим тысяч и на мой основной канал, где выходят анонсы всех видео, новости цифрового мира, много-много всего интересного. Ссылки на оба канала в описании под видео и в закрепленном комментарии. Присоединяйтесь, буду рад. Что касается фото и видео. Блок камер в POCO X4 GT состоит из трех модулей. 64 мегапиксельный Samsung, 8 мегапиксельный широкоугольный объектив и макро на 2 мегапикселя. Фронталка на 16. Пока вы посмотрите примеры фото, я выскажу свое мнение о камере. Линейка X у POCO обычно подразумевает мощный процессор и не самую лучшую камеру. Чего не могу сказать про данный аппарат. Во всяком случае, что касается именно фото. Мне фотографии очень понравились. Посмотрите хотя бы на эту. Даже капельки прошедшего недавно дождя видны на этой фотографии. Красота. Конечно, при сильном приближении может быть видна зернистость. Но для повседневного использования никаких претензий к фотографиям нету. Цвета все естественные, нигде ничего не пересвечивает. Небо голубое, облака Белые. Есть режим макросъемки и, что меня удивило, работает вполне хорошо. Вот гвоздик на общей фотографии, а вот этот же гвоздик уже снят на макрокамеру. Переходим к видео. Автофокус срабатывает хорошо. Близко, далеко, близко, далеко. Видео можно снимать в 4К 30 FPS, 1080 60 и 30 FPS и 720 30 FPS. Оптической стабилизации у нас с вами нету. При включении цифровой качество сразу падает на 1080 30 FPS. Ну и давайте небольшие примеры рассмотрим. Тест записи видео по KX4 GT. Камера может писать в 4К, 1080 60 и 30 FPS и 720 30 FPS. В принципе, камера снимает хорошо. Заодно тестируем, <как>, как пишет микрофон. Вы сейчас слышите звук, непосредственно записанный на камеру. Ну, в принципе, все хорошо. Если бы еще оптическую стабилизацию нам завезли, было бы вообще хорошо. А так, будем идти, нас будет потрясывать. Та-да, та-да, -та та-да, -та та-да. -та. Но, в принципе, смотрите, зеленый, зеленый снимает хорошо. По KX4 GT включена цифровая стабилизация. Съемка идет 1080-30 FPS. Смотрим, будет аппарат дергаться или нет. Идем таким, ну, средненьким обычным шагом. Заодно снова микрофончик тестируем. Итого, в статике 4К рулит однозначно и видео отличное получается. Съемка на ходу или мириться. с 1080 30 FPS и цифровой стабилизации. Ну или не снимать, потому что ну, без оптической реально потрясывает. Начиная с съемка стандартная для многих аппаратов и лучше ей не пользоваться. Ну и к выводам, друзья. Получился, как по мне, очень даже достойный аппарат, особенно для ценителей IPS-матрицы. В этом сегменте вообще нет никаких конкурентов. Только Poco X4 GT, который тянет абсолютно все на максимальных настройках. Очень стильный дизайн, лаконичный, эстетически приятный. Много полезных фишек в MIUI, которые тут тормозить точно не будет. Ну или во всяком случае не должны. Что бы еще хотелось тут увидеть? Ну, наверное, оптическую стабилизацию. Возможно, уже пора добавить беспроводную зарядку, все-таки субфлагманский сегмент. Наладить заявленные 67 Вт быстрой зарядки, а так даже больше не знаю, к чему придраться. От меня данному устройству однозначно да. На этом буду заканчивать. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всех благ удачи. Пока-пока.